как тебе удалось? Пока, пока, пока.
хорошо, здесь ты ставишь, Сава! 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 Иди, Сава! Бегай! Ивана Донского, номер 17, в игру вступил Максим Крюков, номер 22. Помогать, Фил! Больно! Thank you.
Александр, Алексей Александрович, с первой победой вас. Спасибо за поздравления. Одержали действительно очень важную победу, в первую очередь в психологическом плане. А сейчас у нас есть пауза, мы сможем отдохнуть, подготовиться к следующему этапу первенства. Победа окрыляет. Будем надеяться. Дальнейших успехов. Спасибо большое. Всего доброго. Положение сегодняшний матч, наверное, имело принципиальное значение, как говорится, игра за 6 очков. Что же сегодня все-таки у нас не получилось? Мы, конечно, понимали, что сегодняшняя игра будет очень тяжелая. Всю неделю настраивали наших футболистов на эту игру, объясняли, приводили примеры и на теориях, и на разборах, что как «Динамо» проиграл Анжи, недооценив соперника. Поэтому весь тренировочный процесс, мало того, был построен к этой игре и был психологически в том плане, что мы соперника недооценивали, что соперник неплохой, даже не имея всего лишь 2 очка, что они представляют собой опасность, потому что мы 2 игры их последние посмотрели. Но, к сожалению, мы не смогли достучаться до наших футболистов. Естественно, это наша вина. Если мы не можем достучаться, это в первую очередь наша вина. А так, все было предсказуемо, соперник индивидуально неплохо уходит из обороны в атаку, давление оказывает. Ну, наши футболисты почему-то решили, что мы, не выходя на поле, обыграем эту команду. Хотя мы всеми силами и средствами пытались до них достучаться. Выходит, сегодня фарта и умения Будко на всех не хватило. Все-таки Сергей здорово сыграл. Сергей здорово сыграл однозначно, но факт то, что мы столько моментов в нем, наверное, за последние несколько игр не давали создавать, сколько у наших ворот создавались эти моменты. Поэтому я не знаю, не хочу сейчас такие быстрые выводы делать по команде, по игрокам, но что-то у нас не получилось однозначно. И и оборонительных действий не получилось, и переходных фазов не получилось. Ну и те моменты, которые у нас вначале было, 2 момента, которые мы должны были забивать. Эти не забей эти моменты. Один вообще там с линии ворот, я не знаю, там просто заходить нужно было с этим мячом. Ну, нужно разбираться, нужно смотреть, разбираться, почему у нас не получилось. Понятно, что молодая команда имеет свойство такие перепады иметь. Мы неплохо сыграли предыдущую игру, выигрывая где-то до 60 какой-то минуты в Майкопе. Ну, видимо, где-то немножко переоценили свои возможности. Я имею в виду, каждый футболист подумал, что можно обыгрывать команду, которая находится на последнем месте, очень легко. Поэтому недооценка была у них, наверное, в головах, и мы не смогли достучаться до футболистов.